Строительство атомной электростанции является важным шагом для процветания и развития Казахстана в научно-технической и энергетической сферах. Такого мнения придерживается и заместитель генерального директора по производству Института ядерной физики Евгений Ермаков. По его словам, страна находится на критическом этапе трансформации энергетического сектора с нарастающим дефицитом электроэнергии, который с каждым годом только усиливается. Евгений Ермаков подчеркнул необходимость перехода к устойчивым источникам энергии, поскольку традиционные ресурсы, такие как уголь и нефть, истощаются. Он также отметил, что современные атомные реакторы обеспечивают высокий уровень безопасности и минимизируют риск аварии, что делает их надежным решением для удовлетворения растущих потребностей в электроэнергии и обеспечения устойчивого развития энергетической инфраструктуры страны. В настоящее время по предварительной оценке было выбрано 4 потенциальных вендора, которые могут поставить в Казахстане атомную станцию. Это все эти вендоры предлагают поставить водоводяные двухконтурные реакторы мощностью от 1,2 гигаватта до 1,4 гигаватта на один блок станции. Предполагается в общей сложности поставить 2 блока. Суммарной мощностью от 2,4 гигаватт до 2,8 гигаватт.